привет! В эфире ваш путеводитель в поисках отличного настроения. Чем занять себя на выходных, узнаем прямо сейчас. Поехали! Сегодня во Дворце ветеранов состоится театрализованный концерт «Слышу голос из прекрасного далека», посвященный памяти народного артиста России, выдающегося композитора Евгения Крылатова. На песнях, мелодиях, музыкальных пьесах, написанных композитором, выросло не одно поколение. На концерте зрители познакомятся с творчеством Евгения Павловича и его вкладом в развитие разных жанров. Начало в час дня. Пятница в приятной компании под звуки такого теплого джаза. Как всегда, душевный вечер во дворике музея модерна. Проникновенный вокал прозвучит в сочетании с саксофоном и фортепиано. Начало в 7 вечера. В субботу переносимся в Древнюю Грецию. Вас ждет экскурс по копиям произведений искусств древних мастеров живописи и скульптуры. Расскажут о традициях и знаменитой античной архитектуре. Начало в 15:00. Мичурина, 23. В 16:30 в субботу идем танцевать народные танцы. Покровская вечерка в Самаре. Это шанс зарядиться отличным настроением до зимних холодов. Если не умеете танцевать, вас научат на месте. В программе также русские игры, конкурсы и лекции о традициях. Куйбышева, 151. В эти выходные намечается много путешествий. В воскресенье переносимся в загадочную и невероятную Италию. Самарцев приглашают на лекцию о солнечной Венеции. Слушатели познакомятся с древними вехами истории города, узнают о шедеврах живописи и архитектуры, о месте Венеции в культурном наследии Европы и современной культурной жизни Италии. Аэродромная 9, начало в 12 дня. И еще немного солнечной Италии в Самаре. В областном художественном музее открылась выставка, посвященная итальянской моде. В экспозиции эксклюзивные исторические экспонаты из запасников итальянских домов моды и частных коллекций. Проработает выставка до 10 ноября. На этом все. Всего вам доброго. До встречи!